Всем привет! Сегодня пришла Викуся в гости к нам и сказала: мама, я буду сама делать нутеллу. Нутеллу мы увидели, как делают в ТикТоке. Решили тоже попробовать. Еще ни разу не делали. Купили все ингредиенты. Да, что нам для этого нужно? Стакан молока. Стакан молока. Стакан сахара. Есть. И 100 или больше миллилитров полей. Ну, там это говорят уже... 400, а. Но... Ну, да. Некоторые много. Попробовали, говорят, что это много. Ну, мы налили чуть больше так. Какао. Какао. Банка, где будет сама нутелла. Ну, да. Ложка и блендер. У нас просто от блендера где-то делась чаша. Так это удобно будет храниться в баночке. Закрыли, в холодильник поставили. Ну да. Мыть меньше. Можно еще так надпись «Нутелла» да. написать. Так, ну что, поехали делать. Сначала... Говорят, что очень будет вкусно. Не знаю. Молоко. Сначала молоко, да. Попробуем сейчас, получится или нет. Я не умею переливать. Ну как перельешь? А если я разолью? Как получится, давай. Опа, ну ничего страшного, высохнет. Сейчас у нас очень жарко. Так, на губе молочко там вытри. Потом сахар. Сахар сыпем. Давай. Хана его там, конечно. Так, еще говорят, можно ванильный сахарок добавить. Ванильный. Или не будем пока? Да не будем. Не будем, пока так сделаем. И какао, да, теперь? Нет, сначала мы это все. Или все оно. Все вместе, а потом уже в последнюю очередь добавляем эту. Алию, да? Точно сначала надо какао? Ой, сначала я говорю. Имею в виду сразу какао сыпать. Ну, или, да. По-моему, без какао там. С какао и сахар пока растворится. Минуту надо взбивать все. Угу. А какая разница? Я все равно буду. Что? Не, может, давай сначала так, а потом. А почему? Ну ладно, давай. Это же сливки будут какие-то. Ну давай. Ого, ложка у тебя. Ну это две будет. Две, ну давай. Ух ты, как оно булькнулось. Ага, ну еще одну. Может его перемешать, чтобы оно сейчас не взлетело? Ну, перемешай. Если оно перемешается, конечно. Оно не перемешивается. Надо вот так. Вот так перемешивается. Викусе нравится, конечно, готовить все. Она это дело очень любит готовить. Ну давай, вставляй туда пока. Так. Оно невкусное. Черный шоколад. Ага. Так. Ну давай, с Богом. Потихоньку, держи только. А я же знаю. Хорошенько взбиваем. Хорошенько взбиваем. Надо по стеночкам собрать. Ну давай, по стеночкам собирай. Да, еще надо взбивать. Thank you.
Так, сейчас будем вливать олею. Я буду помогать потихоньку. Густеет, да? Да, и мне уже палец. Ну да, реально густеет. И больше стало. Ну да, хорошенько его, наверное. Знаю, может еще больше олеи. Я тоже думаю, что надо побольше. Да? А ну попробуй теперь на вкус. Ну что, честно говори. Я бы не сказала, что это прям нутелла по вкусу. Нет, ну оно... Ну шоколадная вот эта паста получилась. Ну, по рецепту там 400 миллилитров надо, но говорят, что это очень много. Олеи? Да. А что я сказала? Я бачила стакан. А, олеи. Не 400, а стакан. Ну, стакан это 200 миллилитров. Да. Ну, мы чуть больше даже. Нет, ты 150 налила. Ну, 150, я же говорю. Ну, это больше я имею в виду 100 миллилитров. А ну, дай мне попробовать. Надо ванильку еще туда было добавить. Нет. Ванильный сахар. Ну, многие добавляют. Ну, что, на вкус как-то этот. Интересное такое. Ну, да. Можно еще олеи налить. Да, попробовать. Так, принесла еще я олеи. Давай, будем добавлять. Больше густеет или нет? Да. Да? Милка запрыгнула. Да, лянь, как он. Ух ты! Ну да. Да? Угу. Ну, пробуй. Ля, какое оно густое стало вообще. Оно даже, как сказать, не скатывается. Ну да, просто его много тут сейчас. Ага. Я думаю, можно таким и торты обмазывать, и пироги, ну, чи пироги. Вкусненько. Вкусненько. Я бы еще больше сахара добавила.
Еще сахара? Ну да. Ну не знаю. Ну давай попробуем еще сахара добавить. Посмотрите на это чудо, которое всегда все слизывает. Ей все нравится. После тартового облизывать. Да? Ну, короче, получилось очень вкусно. Нам понравилось. Главное язык не порезать там. Ага, это точно. Так что все. Всем пока-пока. Всем удачи, мира, любви. Сладкой жизни, да? Все, подписывайтесь на наш канал.